И что ж, всем привет, ребят, с вами Ник, и сегодня мы будем играть в Warface, но перед тем, как начать саму игру, хочу покрутить коробку. Ну что ж, поехали, давайте все деньги. А, не выпал. Да, дигл я хотел. Так, ага, принять. Использовать. А что, это уже некуда, да? Ну ладно. Ну что ж, а сегодня раздавали там всякие скины и все остальное. Так, сейчас позырим, что нам дали. Так, как видите, у меня есть пальцы стрел. На что мне там дали? Так, по-моему, это на инженера, да? Я не помню, на кого мне какую-то там пушку со скином дали. Может, на... Ой, подождите. Ничего. А, окей. Я не помню, на какой мне, если честно, пушку дали. Вот, честно, не помню. Так, а что давали? Инженер. Проверяли. Давайте медика проверим, что ли. А, да, у него тоже нет. Ну, не знаю, наверное, где-то есть. На пистолеты там давали. Так, короче, много где давали. Все. А, понятно, это мы посмотрели, это я потом уже разберусь. Поехали на мясорубку размяться. Так, просто играть. Инженер. Удобнее всего на мясорубке инженером, конечно же. Пальцы стрел, прикольное оружие. Такое прикольное. А, прицел не успел нажать. На прицел, это так прикольно, он прицеливается. Ой, простите, микрофон. Я как странный какой-то рассказываю, я просто странный. Так, ну что ж, поехали, сейчас будем воевать. Сейчас сразу минку поставим. Каждый сам за себя, раунд начался. Так. Ой, блин, я испугался-то как. Сейчас я аж атак. Подпустил! Я не шучу! Я обосрался только что. Настолько сильно я еще никогда не стал. Ой! Тупой. Я только начал уже проигрывать. Посмотрим. Вот тут можно покрысерить. Так, тут не пройти. Давайте тут пройдем. О, в голову попали. Ой, тупая. Перезарядка тупая. Я хотел на два нажать, а нажал не так. Так, поехали, что там у нас. Что-то на моей минке еще никто не прорубался. Вот. Жаль, что он не подорвался, ладно. Не знаю, где-нибудь тут поставим, если кто-то зайдет. Мне кажется, тихо. А, вон где он присел, я не вижу. Его не видно там. Так, поехали дальше, что у нас. Не привык я уже играть в Warface, давно не играл. Туда кинем гранату, не знаю. Оказалось. Ой, ёлки. Так. Ой. Блин, со всех сторон бегает. Как непривычно. Давно у него не заходил уже, если честно. Он только сейчас с минки кого-то взорвал.
Она на 7-м месте, не так уж и плохо. Ну что за... Я текстурку тут залагал. Придется тут тогда крысерить. Тут кто-то читер. Так, что прошел дальше? О, выползли. Что-то, блин, залез, и то выползает, то обратно тут проходит. Ой. Угу. Так. Хотел стрельнуть. Так, посмотрим. Вот они вот сюда будут идти. Не, никого, по-моему, тут. Они бы уже на гранату отозвались. А, мне дали этот. Новенькое. Ну, да, потом прицеплю. Ну все. Угу. Где он там? Не знаю, где он там. Где-то же он спрятался. Я дымку кину. Ой. Все равно в меня попали, ладно. Как он знал? Он сразу выпрыгнул на меня, нацелился. Тогда странно уже. Возможно, читер, а возможно и нет, не знаю. Там мы сейчас посмотрим. Я постараюсь на мост. Ой. А что у меня? Сзади. Все понятно. И минку мою выдал. Ну, кто-нибудь, давайте. Давайте быстрее, пока никого нету, перезарядимся так. Теперь ждем. Не знаю, куда-нибудь туда для снайпера в гранату. Может, на гранатке отзовутся. Опа. С этой стороны. Наверное, читер идет, мне так кажется, вдруг. Но это мы сейчас посмотрим.
как я смотрю, читеров тут очень много. Ну тут они по счету палятся уже. 13 смертей тоже довольно-таки для читеров много. Так. Получил. Ай, блин, почти. Ладно, главное, что что-то мы сделали. Опа. Я сразу заспаунился в таком месте, где можно повеселить. А если кто-нибудь ко мне смеется сунуть, то только через эту минку. Сзади. Где-то при этом стена нам. Так, опять мы в этом хорошем месте. Мы уже на 10 месте. Так, у нас 50 секунд. Давайте. О! Ко мне шли. Ой. Ну все. Угу. О, где-то мы. Так, сыграли мы первый бой, сейчас второй бой. Далее. Пошлите туда, на компанию. Тут я буду что-то налево. Не было никуда мне. А вот прицел. Прицел просто. Я бы вам покажу. Раунд начался. А, раунд уже начался. Тогда 7 минут пойдем. Короче, все понятненько. Ой, блин, упал. Ладно. О, там появился интересный.
с помощью мунки там подорвали кто-то. Понятно, через нашу базу хочет пройти. Короче, тут, возможно, читер играет, а возможно, у нас просто плохо играет. Кинем дым туда. Угу. И чуваку там немножко помог. Ой, не успел, я думал, это наш подбор. Так, смотрим дальше. Oh!
что-нибудь да сделать. Например, побежать прямо на середину. Гранату! Кидай гранату! Граната пошла! Да как я на него хочу убить? Он 27, 26, 24, 23. Так, отсчет времени идет, надо хоть что-то сделать, хоть что-то интересное. Кидай гранату! Граната! Давайте, давайте. Граната! Ничего они так не успели. Нам понятненько все. Что ж, ну а на этом я...